Да, нам, наверное, пришлось бы гораздо легче, если бы в период с 2012-2018 года коечный фонд лечебных учреждений региона не был сокращен на 5114 коек. Вот за эти годы такое сокращение коечного фонда произошло. Наверное, полегче нам бы сейчас было, но случилось то, что случилось. И нам приходится исправлять, в том числе, вот такие последствия псевдооптимизации здравоохранения.